Всем привет, ребята, Кентуха на проводе, с вами эксперт по новогоднему обновлению. Так вот, прямо сегодня я вам расскажу абсолютно все про новое обновление. Я вам расскажу, когда же оно выйдет, что же в него добавят. И, конечно же, про подарки. Вы все любите подарки, и я люблю подарки. Возможно, даже добавят новый гифтбокс. И я вам тоже про все это расскажу. Поэтому, ребята, если вы ждете обновления, давайте проверим, сколько нас. Праздник, прожми лайк и подпишись на мой канал, если ждешь обнову. Прямо эту секунду. Давай, не отлинивай. Ну что же, а мы приступаем к видео. Подарки, подарки и еще раз подарки. Что же нам подарили разработчики в прошлом году? А нам подарили чарм Christmas Trick. Это халявный чармик, это тоже есть гифтбокс и... зайчик. А все потому, что был год зайца. Что же они нам подарили в позапрошлом году? А в позапрошлом году нам разработчики подарили... Нам подарили просто чарм гифтбокс. Блин, посмотрите, какой же он красивый. Самое обидное, что эти чармы не вышли на рынок. Прикиньте, как было бы круто, если бы их можно было продать. Обалдеть. Ну а прямо сейчас мы посмотрим самую лучшую реализацию новогоднего обновления. Вы посмотрите, братва, бесплатный гифтбоксик. И мы даже сегодня его с вами откроем. Так, ну что же мы тут видим в этой реализации обновления? Это достижение. Что же это такое? Это разработчики тебе дают халявное задание, ты их выполняешь и получаешь голдишку. Блин, да я бы сам задротил, просто прикиньте, как это было бы круто. Ты просто выполняешь задание и получаешь бесплатно какие-то крутые скины или бесплатную голду. Дальше, ваше звание легенда. Вы достигли максимального ранга. Продолжайте сражаться, чтобы поднять свой уровень игры и получить лучшее звание в следующем сезоне. Ага, ну, понятно, понятно. Тут, в принципе, ничего особенного я не вижу. Но самое главное, это гифтбокс. Вы тоже это видите? Ну, скажите мне, пожалуйста, внимательно, вы тоже видите гифтбокс? Да, 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 это гифтбокстик. Я думаю, многие из вас уже видели подобное видео, но, тем не менее, давайте мы еще раз его посмотрим. Блин, вот я не знаю, я готов смотреть на этот гифтбокс вечно. Давайте запустим новый хэштег. Разрабы. Не, это слишком длинно. Давайте просто. Добавьте гифтбокс. Давайте все запустим хэштег «Добавьте гифтбокс». И чтобы гифтбоксы были все удаленные скины. А именно, М4 Evil, а именно АКР Sport -28, а именно... Так, что там еще удалили? И G22 Casual, как он выглядел раньше. Это было бы очень классно. Кстати, знаете, что еще хотел бы вам показать в этом видео? Это примерочная. Что такое? Примерочная. Вот сейчас, ребятки, посмотрите. Вы нажимаете на скин, и тут есть кнопочка примерить. Что же она дает? Она дает возможность посмотреть, как же будет выглядеть скин с наклейками, не покупая и не клея наклейки. То есть ты просто так примерил, если тебе нравится, ты потом уже идешь и нажимаешь кнопочку наклеить и клеишь. Потому что, например, вот я там наклеил наклейку на Авик ТХ, она мне не понравилась, но отклеить ее не могу, потому что она дорогая. Вот если была бы примерочная, я бы ее не приклеивал. Поэтому, уважаемые разработчики, если у вас есть хотя бы капелька совести, добавьте примерочную, пожалуйста. Ну а теперь я вам расскажу максимально жесткий инсайт. 2022 год. Это что? Это у нас был год крысы. И разработчики добавили наклейку Metal Red. Ага, увидели, запомнили. 2023 год, это был год кролика. И разработчики добавили бесплатный чарм с кроликом. 2024 год, это год дракона. И знаете, что разработчики добавят? Конечно же, очень много драконов! Поэтому, леди и джентльменс, приготовьтесь, то что будут скины с драконами, коллекция будет связана с драконами, карта будет связана с драконами. Скорее всего, это будет карта Сакура. Поэтому я жду, чтобы карту Сакура изменили в новогодней стилистике. Наклейки будут с драконом, и, скорее всего, подарок тоже будет с драконом. Когда же выйдет новое обновление? Какая же дата обновления? Кент, пока ты же говорил, скажи нам. Так вот, ребята, я врать не буду. Я вам скажу так. Точно даты обновления нету, потому что разработчики сами мне говорили не один раз. Кентуха, обновление выйдет ровно тогда, когда все доделают. И точно даты не знают сами разработчики. Но они мне сказали только одно но. Что в этом году обновление выйдет раньше, чем предыдущим. И еще они сказали то, что будет по-любому трейлер. Давайте-ка мы немножко поностальгируем и посмотрим трейлер прошлого обновления. Это трейлер прошлого обновления под названием Winter Fun. Да-да-да, как же все лампово, круто, атмосферно, да? Рассказываю. Трейлер вышел 18 декабря. То есть, в этом году, если разработчики сказали, что обнова выйдет раньше, значит,
Трейлер будет тоже раньше. Значит, уже вполне вероятно, что в ближайшие пару дней трейлер может выйти. Прикиньте, как это было бы круто, да? Поэтому, пацаны, ждем трейлер и после этого ждем обнову. Слушай, а у тебя вообще голдишка-то есть на новое обновление? А то обнова скоро. А у тебя даже голды нету, да? Нету? Тогда залетай на булдроп, потому что булдроп это топовый дроп. Тем более, там добавили новую коллекцию кассиков, с которых падает обалдеть какой крутой дроп. И самое-самое главное, добавили контракты, с которых падает дроп получше, чем стендов. И вы посмотрите, что мне выпало. Ну и, конечно, сверху над моей башкой вы видите бесплатный подарок. Вводите его и забирайте свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас вам покажу самую крутую и самую щедрую реализацию нового обновления. Почему щедрую, вы поймете, потому что тут сколько халявы. Просто челюха вылетает. Первое, что мы видим, гифтбокс. Ну я обожаю гифтбокс, иди сюда. Дальше обновленный интерфейсик. После этого голдпассик. Ну и вроде бы как все остальное плюс-минус по дефолтику. Так, ну что же, мы получаем получить подарок и мы получаем гифтбокс. Ой, спасибо большое. Благодарим за грустную 2 в течение этого года. Обращайтесь, уважаемые разработчики. Главное, чтобы в этом гифтбоксе был АКР Спорт минус 28. Вот это было бы очень круто. Дальше мы видим охоту на подарки. Я говорил, что это очень щедрая реализация обновления, потому что тут, ребята, очень много халявы. То есть, вот тут, как мы видим, вы играете в стендов, получаете опыт и можете получить на халяву 4 подарка. Я считаю, это очень-очень круто. Но помимо этого, внимание, это же не все. Помимо этого, есть еще такая штука, как достижение. А вот тут, ребята, и самое-самое главное. Вы выполняете определенное задание, и за эти задания вы получаете призы. Какие же призы вы можете получить? Ну, давайте, например, посмотрим на точно в цель. За то, что вы мочкнете 5 челов с хаешки, вы получаете бесплатный бокс. Ну да, это не голда, это не касик и так далее, но можно получить халявный касик. Например, если вы 500 раз увернетесь от цветовой гранаты, вы получаете бесплатный касик. Да, это много, но это бесплатно, мужики! Вы можете нож получить без доната. Прикиньте, да это было бы очень классно. Поэтому, пожалуйста, разработчики, добавьте все это. Я вас очень сильно прошу. Дальше награды сезона. Что же это такое? Это означает, что если вы играете определенный сезон, получаете определенное звание, то вы получаете определенную награду. Ну, например, за легенду вы получаете вот этот прикольный Charm Project Zone 9. В третьем сезоне вы получаете вот такого вот дракона. Кстати, да, сейчас же скоро 7-й сезон. Скорее всего, в новогоднем обновлении как раз он и будет. Я думаю, будет 7-й сезон. И если этот 7-й сезон добавят, то тогда он тоже будет со стилистикой дракона, потому что это год дракона. Так, ну что, смотрим дальше, что же еще тут такое прикольное есть. Статистика, внимательно смотрим статистика. Есть кнопочка обычная статистика. Что это такое? А если мы ее пролистаем, что мы видим? А, расширенную статистику? Ничего себе! Блин, как классно! То есть тут мы видим самую популярную карту, с которой вы играете. Дальше мы видим, с какого оружия у вас получается настрелять как можно больше киллов. Блин, да мне реально интересно, я даже не знаю, с чего играю лучше, с чего играю хуже. Ничего себе, как же это было бы классно! Не, ну реально, у меня бы просто бы слетела челюха. Дальше мы заходим в историю матчей и заходим в рандомный матч. А обратите внимание, сверху справа на 3 кнопочки. А знаете, что это? А это повтор! Повтор вашей игры! Вы нажимаете на кнопочку, это что-то центральное, там где значок микрофона. И можете просмотреть вашу запись. То есть, если, например, попались софты, выключили запись, отправили разработчикам, и все, изи-шпизи. Я считаю, это было бы очень классно. Дальше мы видим личку. И в разделе личка есть почта! Куда приходят все важные сообщения от разработчиков? Например, типа, вышло обновление. Например, что же добавили в этом обновлении? Ну или, например, мое видео. Не, ну я считаю, это было бы очень классно, если бы, например, на почту добавили видосы от ютуберов. Это было бы очень круто. И посмотрите, тут детально написали все изменения нового обновления. Что же касаемо новых режимов? Снежный грохот! То есть в прошлом году был какой режим? Снежный Санта? А, был безумный Санта. А в этом году снежный грохот. Это очень такие круто. А теперь посмотрите на кнопочку настроек. Вот тут, возле справа от соревновательного, кнопочка настроек. Вы нажимаете, и тут вы сможете выбрать все, что вы хотите. Длительность игры, ничья, урон по своим и игра на ММР. Я считаю, это было бы очень классно, особенно для новичков, потому что новички вообще ничего не понимают, что, где, как. А тут прям нажимаешь кнопочку настроек и настраиваешь длинную, короткую, ММР, не ММР, все как ты хочешь. Ну и в конце у нас есть возможность выбрать 2 новые карты в режиме снежный грохот. Это было бы
очень классно. Ну а что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Если вы ждете тоже точно так же, как я, новогоднее обновление, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, не забудьте, это очень важно, и напишите любой хороший комментарий. Но если вы хотите от меня получить 5 костерей голдишки на халяву, прямо сейчас приходите и подписывайтесь на мой ТГ, ссылочка есть в описании. Всем удачи, всем пока-пока!